Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и настало время начать новый конкурс, потому что давненько я не проводил разные конкурсы, и конкурс будет идти почти 2 недели до, вот смотрите, сегодня вторник, 15 число, а конкурс будет идти до, получается, 28 числа, аж 2 недели, ребята. Вот, правила конкурса просты, естественно, можно выиграть, всего будет один победитель, но будет разыгрываться лицензионный ключ Майнкрафта, то есть лицензия майна, довольно-таки ценный подарок, я считаю, да, победителей будет мало, но будет очень профитно выиграть. Вот, и или, если у вас уже есть лицензия майна, вы можете в комментариях писать игры из Стима, абсолютно любые игры из Стима, и если Лиза Анаира, вы сами знаете, что такое Лиза Анаира, выберет именно вас, то именно эту игру, неважно какую из Стима по стоимости, вы получите, то есть это должен быть не пак, это должна быть игра, то есть, знаю, там есть паки, которые по несколько тысяч рублей стоят, которые там в сумме там по 50 игр набирают, это должна быть какая-то игра, вот, ребят, так что давайте, пишите название игры в комментариях, и, естественно, либо то, что вы хотите Майнкрафт. Если вы пишете Майнкрафт, значит то, что вы хотите лицензионный ключ. Ну что ж, все, что нужно сделать, это первое, поставить лайк этому ролику и оставить комментарий с названием игры, которую вы хотите получить. Второе, это подписаться, быть подписанным на мой канал, если не подписаны, то подписаться. А также подписаться на канал спонсора, ссылку на экране увидите на спонсора в аннотациях. Вот, либо вы можете посмотреть ссылку на канал спонсора в описании под этим роликом, если у вас нет аннотаций. Вот, на него тоже обязательно нужно подписаться. Дальше у вас должен быть открыт фид, либо должен увидеть, что вы на него подписаны, на меня и на него. Потому что если вы поставили лайк, то там Лиза Анаира как бы все равно найдет. Или коммент, да, по комментам она ищет, по комменту она вас найдет. Так вот, в принципе, на этом все, то есть ждем результатов конкурса, участвуем, ребята, призы довольно-таки ценные, можно попросить все, что у душе угодно, игры, конечно, из Ориджина сейчас пока не буду, лучше просто Steam и вот Майнкрафт и Steam, просто мне как-то проще, ребята, нежели с Ориджином, вообще какие-то у меня постоянно терки. Вот поэтому, ребята, если вы хотите, ну, такую вот небольшую плюшечку через 2 недели, то вы можете поучаствовать, ведь кто знает, возможно, именно вам повезет. Что там сложно, 2 раза кнопку нажать. Ну ладно, увидимся с результатами через 2 недели. А результаты будут, ребята, на моем фид-канале, так что не забудьте, 28 числа, может быть, даже 27-го, я в воскресенье постараюсь сделать, да, примерно 27-го, либо 28-го, вот это будет воскресенье, понедельник, через неделю получается, даже, ну, через полторы. Вот, и там уже будут результаты на вид-канале. Так что, ребят, не забывайте. Ну что ж, а на этом мы прощаемся с вами. Всем удачи и всем пока, ребята.